Президент Беларуси Александр Лукашенко звернулся со штогодовым посланием до белорусского народа и национального сходу. За выступлением керовника державы сочили и жихары Гомельской области. Вода и головное питание для жихаров каждого региона – право на працу и годную зарплату. При этом Александр Лукашенко перекананы – основой для ее росту повинна стать продукционность працы. Это комплексная задача, якая мае на увазе переузброение старых и створение новых вытворчастей, укоронение сучасных технологий и автоматизацию. Еще одна актуальная для Гомельской области тема – развитие предпринимательства. У опошние годы колькость малых предприемств увеличивается, але их деятельность могла бы быть еще больше эффективной. Александр Лукашенко перекананы – активизация деловой инициативы – одна из наиболее важных державных задач. По широку объективных причин, сегодня субъектам господарения тяжко конкурировать на рынку, а тому необходимо створить для их больше сприяльные умовы, у тем лику про выключение непотребных проверок. Сегодня у Беларуси пройдет республиканский субботник. Жихары городов и весок будут заниматься наведением парадку у парках и скверах, добраупорядкованием мемориальных комплексов и заповедников. Зарубленные сродки будут накированы у приватности на реконструкцию историко-культурных помников, а так само узмацнение материально-техничной базы установ додатковой адукации и подрыхтовку дитячих оздоровленших лагеров. У Гомельской области подчас субботника плануется заработать каля 1 100 000 рублей. Жадание принять удел у наведения парадку выказали каля 445 тысяч жихаров региона. Представники мясцовых органов улады сегодня проведут прямые линии. У субботу на сувязь выйдет наместник старшине облвыканкама Владимир Александрович Привалов. Номер телефона 75 12 37. Гамельчан выслухая первый наместник старшине гарвыканкама Александр Иванович Сиваков. Звертаться варто по телефоне 71 09 59. Час работы прямых линий с 9 до 12 годин. У Гомелі дадзены старт реализации 22 мясцовых инициатив у рамках проекта Евросоюза и Организации Объединенных Наций «Содейничание развитию на мясцовом узроўні у Республіцы Беларусь». У среднем на каждый проект будет выдаткована каля 20 тысяч евро. Каля 30% проектов закликаны вырашить социальные проблемы. Прикладно столько ж накеравана на пропаганду здорового ладу життя. Кожная сёмая инициатива тычится экономичной сферы, практично все остатнее – туризм. На той же кармянш Например, меркуется створить центр по проверке крови. Причем обслуговываться тут будут как обычные жихары, так и супрацовники районного отдела по надзвичайных ситуациях после вертания с тушения пожаров. А прача того, брендом района повинен стать фестиваль лёну, який упершиню пройдя уже у вересне этого года. Гэтая культура сегодня широко распаўсюджана на Кармянщине, а продукция мясцовага льнозавода вядомая не только у Беларуси. Теперь популярность белорусского льну станет еще больше значной. Пытанне пожарной безопасности, а так само обороны населения и территории Гомеля от природных и техногенных надзвичайных ситуаций обмерковали на посяджении гарвыканкама. Летось отзначено снижение колькости пожаров и гибели на их людей. Причина большести трагедий – неосторожное обыходжение с огнем. У 80% выпадков пожары стали выником злоуживания алкоголем. При этом летось отрымалось выявить и ликвидовать больше, как 1500 факторов рызыки. Особную увагу на посяджении звернули на пытание технагенной безопасности. На территории Гомеля находятся 4 химично-небеспечные предприемства. Не все из них обсталеваны системами обвестки про погрозы надзвичайных ситуаций. Гэты недохоп доручено выправить. На Гомельщине стартовала республиканская акция «Чистый водоем». Парадок уздовж рек и озер наводят члены областной организации Белорусского товариства паляўничих и рыболовов, супрацовники Комитета природных ресурсов и аховы навакольного осяроддзя, а так само студенты и школьники. Удельники акции отзначают, что зараз у основным приходится убирать пластиковые бутыльки. Ранее находили шкло, железо и навод будаўничие материалы. Дарэчы, штрафы за покинутое смецце могут досягать 30 базовых величин. Повторное порушение на протягу года увогуле может характеризоваться как криминальное деяние. Сегодня у Гомеля отбудется первый у Беларуси эко-марафон. Организаторы подрихтовали два маршруты. Первый корпоративный будет самым массовым. Удельникам треба будет переодолеть крыху больше, как 6 километров. Подрихтованные бегуны выйдут на старт классичного марафону. Дистанция 42 километра 195 метров. Маршруты будут пролягать по улицах Гомеля. Старт у 11 годин на набережной раки Сож палацово-паркового ансамбля Румянцевых Паскевичев. До уваги автомобилистов. По маршруте марафону будут перекрывать рух транспорту.